В этом году в нескольких десятках московских школ пройдет хорошая, на ваш взгляд, акция «Детям вместо цветов». Наш фонд всецело поддерживает эту акцию. Я сама бывший учитель, у меня мама учитель, и несколько лет подряд я наблюдаю за тем, как огромное количество букетов скапливается у учителей 1 сентября. На самом деле, для того, чтобы сказать своему учителю спасибо, как мы тебя рады видеть, что у нас начинается новый учебный год, достаточно одного хорошего, возможно, большого букета. Поэтому я предлагаю вам, соберитесь, подумайте, попробуйте со всеми договориться, купите большой букет, пусть он будет, я не знаю, из 20-50-100 роз, а все остальные деньги потратьте на благотворительность, помогите детям.